А в Ленске жильцы ветхих и аварийных домов дождались переселения. Накануне новогоднего праздника городская администрация преподнесла им подарок – новые квартиры в каменном доме. Однако ждать знаменательного события пришлось на целый год дольше. Почему были сдвинуты сроки, узнала Олеся Васева. Июль 2015 года. Строительство нового дома по улице Рабочая идет полным ходом. Строители уверяют, к Новому году сюда заедут первые жильцы. Глава города быстрой реализации программы переселения был рад. Это 67-квартирный дом. Фирма зашла с Якутска, застройщик «Сахастроймонтаж». Я надеюсь, что они к Новому году, скажем так, мы вручим ключи людям, которые планируем расселить в этот дом. Но сдать дом к концу 2015-го и даже в течение первого полугодия 2016-го не получилось. Резко подорожали строительные материалы, а уже закупленные не успели завести по причине обмеления реки. Ключи владельцам квартир передали только к концу текущего года. Событию постарались придать праздничное оформление, Новый год не за горами. А глава публично извинился за смещение сроков. Я хотел бы принести извинения, но по одной простой причине, что мы должны были вас переселить в конце прошлого года, да? И вручать вам ключи в конце 2015 года. Но вот так получилось, это были объективные причины, субъективные. Теперь по новому адресу улица Рабочая, дом 3А, будут проживать переселенцы из 7 аварийных домов. На торжественной церемонии ключи получила 21 семья. Остальные 46 семей будут получать ключи по мере оформления правоостанавливающих документов. После того, как мы всех жильцов переселим, дома будут снесены. Жильцы придирчиво осматривают квадратные метры. В ближайшие 2 недели их ждет хлопотный переезд. Фирма-застройщик отвечает за свою работу и готова исправить мелкие недочеты. Дом будет на гарантии «Сахастроймонтажа» еще 2 года. А жильцам до конца года предстоит сдать ключи от своих старых квартир и начать новую жизнь в новых квартирах в новом году. Олеся Васева, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».